Ну что, это снова я. У меня на обед, короче, пюрешка, курица, хлеб, салат из капусты. Ну, это маринованная моя капуста. Что, представляете, сходили мы в магазин. Два магазина. Ну-ка, не чешусь, иди отсюда нахер. Зашли на почтам. Почта россиянки. Говорят, маску. Я говорю, какую маску? Она говорит, маску. Хотя она знакомая, все. Я, ну ладно, у меня, короче, пуханта, да, мой. Там же длинный ворот. Я говорю, если натяну ворот нормально, он говорит, нормально. Так, ну ладно. В следующий раз пойдем на почту, возьмем маску. Я говорю, по коду будете работать? Он говорит, пока не знаю. Что же хотела сказать? Дорогая Ксения Максимовна, ты что ко мне привязалась, как банный жоп? Банный жопер. Как-то так, короче. Не помню. Блин, на языке крутится, сказать не могу. Банный лесок в жопе пристал. Тебе что надо-то? Если только Ксения все хуёво так, не надо на других каналах писать. Я же прекрасно помню твое общение. Пристала ко мне, как банали в жопе. Он говорит, не старайся. Да я тебя бочить буду все время. А если ты не поймешь русского языка, я пожалуюсь в YouTube. На твою страницу. Маргарите, привет. Лили, тоже привет от меня. Наташке с Украины тоже привет. А семейный подряд где? Че, я звоню, трубку не берем. Ты тоже привет от меня. Ох, капуста. А, Саньку и Димасику тоже привет. Забыл. В памяти плохо. И Зухре тоже привет. Элечке тоже привет. Вот так вот. А насчет этой Максимовны мы еще разберемся. Как вы там пишете? Да у тебя с башкой не все в порядке. Угу. У вас тоже. Кто это пишет?
кстати, Галина, тебе привет. Вот эта курица, которая готовилась в рукаве. Пакете. Ну, за холодильник надо. Да, у нас семейный обед. Рассол очень вкусный, вот для капусты. Ну ладно, короче, всем пока. Ждите теперь ужина. А еще будет перекус. Все, давайте.